А теперь мы с вами переходим ко второй проповеди, ко второму посланию. And Micah looks at the judgment that's coming from God from a different perspective. И теперь Михей рассматривает суд, который грядет от Бога с несколько иной точки зрения. Now the reason has to do with the way the people treat each other. Если раньше акцент был на грехах против Бога, сейчас акцент смещается на грехах против человека. Речь будет идти о взаимоотношениях между людьми. And this is just a stinging indictment on the injustice and cruelty that is being played out in the nation of Judah. Здесь речь идет об ужасном беззаконии, которое имеет место во взаимоотношениях между сынами Иуды. Verses 1 and 2. Горе замышляющим беззаконие, на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей, берут их силу, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. So here's the picture of someone who is lying in bed at night. И вот так здесь рисуется картина человека, который лежит ночью на своем ложе. He's trying to think of all the evil, wicked things he could do the next day. И пытается замышлять всякие злодеяния, которые он планирует совершить на следующий день. And there's no real reason. He's not poor. He doesn't need to steal. И самое главное, что ему не нужно красть, потому что у него ничего нет, и его нужда толкает к воровству. But because he can do it, he will do it. Но он будет грабить только потому, что у него есть такая возможность, потому что он может это делать. The specific example he gives is someone who covets fields and then seizes fields that don't really belong to him. Конкретный пример человека, который желает чужих полей. Now, I think that the reference to this is Ahab's theft, King Ahab's theft of Naboth's vineyard in Israel. Это конкретный пример, может служить царь Ахав, который возжелал виноградников на Вуфея. You can read the story about this in 1 Kings chapter 21. Об этом мы читаем в Третьей книге Царств, в 21 главе. And it's a story of the abuse of power. В этом отрывке говорится о как бы превышении своих полномочий, о злоупотреблении данной человеку властью. Here is innocent Naboth, whose vineyard is stolen by the powerful king of Israel. Есть невинный Навуфей, у которого могущественный царь отобрал его виноградник. And I think that is just an example, even though Ahab isn't named here. И мне кажется, что это очень хороший пример, даже несмотря на то, что Ахав здесь не упоминается. Of the kinds of things that are actually happening in Judah now as well. Хороший пример того, что сейчас происходит вот во время пророчества Михея в Иуде. So there is copying back and forth going on between Israel and Judah. Copying, yeah. They're imitating. То есть в Израиле, в Иуде происходят примерно одни и те же вещи. Then we come to judgment for this kind of sin. И дальше говорится о суде, который грядет на народ за подобные злодеяния. In verses 3 to 5. С 3 по 5 стихи. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свернете с шеи вашей, не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчи, будут плакать горьким плачем и говорить, мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом». Now in verse 3, Micah references the family who would commit this atrocity. Is the word family in the Russian Bible? It is not. Well, I'm planning against this family a calamity. Вот я помышляю навести род. Like a family line, so okay. to say. Okay. Я помышляю, в третьем стихе упоминается слово род. В английском переводе это звучит как семья. Everyone who would do the kinds of things talked about in the first two verses. Любой, кто совершает то, о чем говорится в первых двух стихах, is going to be judged. Будет подвергнут суду. And here's how the judgment will work out. И смотрите, как будет совершаться, осуществляться этот суд.
pretend that I am the one who is going to steal the land of a poor person. Давайте представим себе, что я человек, который собирается украсть. I figure out the plan late at night in bed. Бедного человека. Вот я лежу ночью на своем ложе и замышляю такое злодеяние. I come up with a perfect way to steal his property. И вот я разрабатываю такой очень хороший, совершенный план того, как отобрать у него эту землю. The next day I put my plan into action. На следующий день я эти свои планы реализую. I trick the poor man. Обманываю этого бедного человека. I steal his property. Забираю у него собственность, и теперь она моя. The Babylonians are going to come to my land. А теперь вавилоняне, они придут в мою землю. And they're going to take my property. И они заберут у меня то, что принадлежит мне, мое имущество. And who will stand up to protect my interests? А кто будет защищать мои интересы? Кто встанет на мою защиту? Nobody. Да никто. Now, It's a little bit difficult to see, but that is what Micah is saying is going to happen in verses 4 and 5. Может быть, это не сразу видно, но в 4 и 5 стихах речь идет именно об этом. Так будут поступать и с тобой. God will apportion my property to the apostate, Babylon. Бог допустит, что мое имущество будет отторгнуто от меня вавилонянами. And when Babylon owns all the land of Judah, и когда вавилоняне захватят всю землю Иуды. And they go to divide up the property into parcels. И будут делить на уделы, на части. Get any property at all. То мне ничего не достанется. Now, in the sections that follow. В следующих разделах. There is indictment against some of the rulers in the country. Произносится суд над правителями земли. And that is what we're going to see, especially beginning in verse 8. Особенно с 8 стиха мы об этом читаем. Just 8? Yes. Народ же, который... actually, 8 through 11. Даже с 8 по 11. Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающих войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домовых, у детей их... Вы навсегда отнимаете украшение мое, встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя, за нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. All right, now you're listening to the verses being read. И вот вы слушали эти стихи сейчас. Now, what you just heard from verses 8 through 11. What are the sins being mentioned here of which Judah is guilty? Из того, что вы сейчас услышите, в какие грехи вменяются Иуде? В чем обвиняется Иуда? В каких грехах? На основании вот этих стихов с 8 по 11. Какой жестокости, в хищениях. Да. Cruelty. Okay. Возвращение проповеди, Слова Божьего. The distortion of the Word of God. Where is the distortion of the Word of God? I think it's in... вот 11. Verse 11. Very good. Against whom is the injustice being perpetrated, especially in verses 8 and 9? В 8 и 9 стихах против кого совершаются беззакония? Против мирных жителей. Against just peaceful people. Тут как сказано, отвращающихся войны. Абсолютно верно. Against innocent people, weak people. Против слабых жителей, невинных жителей. Защитного народа. Helpless people. Exactly. Против детей. Against children. Yes, and what about those returning from war? Returning from war, that's in verse 8. Verse 8, yes. У проходящих мирно, отвращающихся войны, в английском переводе, возвращающихся с войны. Возвращающихся. What is that? Because peaceful people in verse 8, yes. The word may imply that those people kind of hate war, but not returning from war. Like. Oh, I see. Yeah. The way mine reads, In verse 8, mm-hmm. there is a man who's coming back from war, mm-hmm. he is weary, mm-hmm. and so the citizens of Judah mm-hmm. attack him.
То есть, если читать в английском переводе, то это человек, который проходит мимо спокойно, он возвращается с войны, никого не трогает, а жители Иуды нападают на него. So they take advantage of anyone they can take advantage of. Другими словами, они нападают на всех, на кого только могут напасть. And also they fall for any lie that anyone might tell them. И еще в 11 стихе, как уже сказала Наташа, они склонны верить любой лжи, которая им будет преподнесена. They are gullible and they fall for any falsehood. He would be spokesman to the people who tells lies, so they're gullible. Но и он был бы угодным проповедником для этого народа, для человека, который извращает истину и говорит ложные вещи. Да. Больше в этом стихе говорится о лицемерной, ну, такой вере, лицемерие, которая вера, ну, чтобы ласкала их слух. It tells about something that is being said to people, and the people like it, so they are ready to hear something that is pleasant to the ear rather than the truth. And we will see that over and over again in Micah, that people love to have their ears tickled. И у Михея мы еще неоднократно прочитаем о том, что люди будут склонны слушать только то, что ласкает их слух, то, что им приятно и нравится слышать. And then the second sermon ends in verses 12 to 13. Второе послание заканчивается стихами с 12 по 13. 12-13. «Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как отец в Ассоре, как овец в Ассоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь врата и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, а во главе их Господь». Like we've seen so many times in the minor prophets, even to this point. Как мы видели уже отнюдь неоднократно в малых пророках, даже тех, которые мы с вами изучили, а мы еще не всех изучили. Despite the sin and despite the judgment, несмотря, blessing will eventually come. Несмотря на грехи и несмотря на грядущий суд, все равно Бог благословит свой народ. And notice he mentions both Jacob and Israel. И обратите внимание, что здесь он упоминает Иакова и Израиль. There is a promise of the future reunification of the people of God. Здесь дается обетование о будущем воссоединении народа Божьего. And this would be a prediction of the far distant future. Это предсказание об отдаленном будущем. When all Israel will be saved. Когда весь Израиль спасется. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.